Всем стоять, это ограбление. 2 миллиона вольт. Уля-ля. Мне нужна твоя одежда. Здесь должно произойти нечто очень громкое и очень эффектное. Будет бомбел. Резать, рубить, махать. Слушай, Володя, вот это огонь. Где мы? Это что за место такое? Склад какой-то вообще. Я вообще туда пришел, нет? Анюта! Анечка! Громче кричать страшно так-то. Что за звуки там, а? Ускоряемся. Спасибо большое. Не опасно, надеюсь. Извините, пожалуйста, вы не видели здесь очаровательную такую девушку? Уля-ля! Посмотрите, за красота нас спряталась тут. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Это программа «Тест-драйв», где мы тестируем сегодня, смотрите, термоплиту «Пир», наша любимая. Мы на ней танцевали уже. Был такой выпуск. Космос запускали. И сегодня у нас особенный выпуск, потому что мы расширяем наш арсенал до четвертого состояния вещества. Жижа. Какое? Жижа. Это жижа. Не жижа, Володя. Это плазма. И что мы будем делать? Смотрите. Плита, да? Мощно выглядит. А это катушка Тесла. Вот посмотри, посмотри, полюбуйся на нее. Это 2 миллиона вольт, которые пройдут прямо через эту термоплиту. Они должны. Пройдут, они должны. Да? Не должны? Не должны. Не должны. Она же не проводит. А, ну не, значит, не проведет. Ну посмотрим. Для тех, кто в танке не понимает, у Ани сейчас лист бумаги в руке. Загорится или нет? Пока не горит. Нифига не горит. Есть возгорание! Анечка, это очень круто. Передайте, пожалуйста, мне, Анечка, эту штуку. А можно забегать сейчас? Можно? Сейчас. Не входи, не входи. Нормально. Опыт с бумагой прошел успешно. Усложняем опыт. Сейчас вместо бумаги у нас шарик с гелием. И это сейчас реально бахнет. Поэтому будьте добры, включите электрофорез. Анечка, ты живая? Не совсем. Живая старушка, нормально, не берет и ничего. Следующий шар любви я приношу Ане для того, чтобы показать, насколько усилится та волна, которая бьет по Анечке и по этому шарику. Слушайте, ну я, честно, не верю, что с этой плитой что-то случится. Она же специально устойчивая.
Мужчина, спасибо. Мужчина, спасибо. Выключите этот радио. Опасности. Да? Я цела! Я цела! И пип-плита тоже подожди, цела. Дай потрогать, она горячая, нет? Нет, она не горячая. Слушайте, а у нас тест на, мы на электропроводимость или на электровозгораемость? Мне вот просто интересно, а мы можем, знаете, что сделать? Мы можем, с одной стороны, дать поток тока, да? А через плиту поставить вещь, которая должна его как бы половить. Душа моя, как я рад, что ты жива, здорова. Все, сними это, пожалуйста, давай. С меня. Нос в себя. Мокрая. Нос так сделай, чтобы не... Ага, зацепляет. Так, возьмите, пожалуйста. Спасибо большое. Моя муха. Всем стоять, это ограбление. Фа-фа-фа-фа. Сейчас вырву тебя. Вообще, это костюм для очень ревнивого мужа. Почувствуй себя в люля-кебабе просто. Мне нужна твоя одежда. Жалко, не передается жар, который от меня сейчас исходит. О, хорошо, это как весенний ветерок. Я лоб поем. Так вот, друзья, я благодарю тебя за твою храбрость, за твою смелость. Мы все видели, насколько опасна эта лучевая атака, которую пережила Анечка. И сейчас, чтобы не подвергать твою жизнь опасности, я решил провести свой эксперимент, посмотрел, как все происходит. Сейчас наши помощники строят дом, то есть ты покажешь, вот они строят маленький дом. Но ты не влезешь в кольчугу. Я не буду туда ничего влезать, наоборот, я в этот дом из перплит помещу тот самый взрывающийся шар с гелием и докажу, что перплиты не то, что не проводят электрический ток, они даже не загораются и позволяют в помещении находиться, если со всех сторон тебе бьет молния. Понимаете? То есть обезопасю сар максимально. Обезопасю. Мы за безопасный опыт. Хоп! Я же говорил, что у нас этих шариков немерено. Сейчас быстренько еще раз шандарахнем по шарику. Это тоже с водородом. Нормально, улетает. Улетан тут. И бегу. И ты бы тоже бежал бы, дружище! У нас один оператор, он выпендривается, ага, сейчас. Давайте, врубайте гашетку. Смотри. Вырубайте все, что возможно. Обесточите всю Москву. Значит, смотрите, если вы обратили внимание, мы на саморезы, когда готовили этот опыт, мы на саморезы прикрутили друг к другу плиты пир. И вот, если бы вы обратили внимание именно сюда, вы бы заметили, как искрятся они. То есть ток, попадающий на поверхность, проходит по ней, но уходит куда угодно, кроме как внутрь. Шарик-то целый. А сейчас, чтобы вам доказать, что этот шарик может взорваться в любой момент, если он не под плитой пир, мне нужна палочка. Палочка в студию! А что ты хочешь сделать с палочкой? А сейчас мы ее внедрим в пир-плиту и докажем, что этот шар может взлететь очень эпично. И на фоне этого эпично мы будем прощаться. Дорогие друзья, как и обещали, мы доказали, что пир-плита, которая не должна пропускать электричество, она и ток не пропускает. И на красивой вот этой шариковой нотки мы хотим вам сказать до свидания. Всем пока!